Привет, меня зовут Ирина Климович. Сегодня мы будем готовить вкусный рецепт замены обычным традиционным макарошкам. Для этого нам нужно огурчики, кабачки, сок лимона, сушеные томаты, хмели сунели, вакамы или ламинарии. Сначала мы отрезаем от огурчиков и кабачков попки. И у кабачков. Все, отрезали. Теперь с помощью такой волшебной штуки, как спирулайзер, мы нарезаем спагетти. Спагетти. Вот остается такая серединка. Сейчас то же самое делаем с огурцами. Вы можете нарезать либо спирулайзером, либо вот таким ножом, который продается, ну, я в электричке купила такой нож. И то же самое делаем, нарезаем длинными-длинными макаронинами. А вот эти серединки, их можно просто так съесть. У меня, например, малышка очень любит вот именно серединки вот эти грызть. Серединки можно просто нарезать мелко-мелко. А теперь мы добавляем сок лимона. Разрезаем лимончик и выжимаем его родимого в салатик. Девчонки, не забывайте, что этот рецепт подойдет всем, кто занимается фитнесом, спортом, для вечернего приема пищи или для обеденного. И добавляем сок второго лимончика. Также разрезаем и выжимаем. Можно прям с косточками. Косточки, кстати, цитрусовых очень-очень полезны. В них содержатся вещества, которые убивают грибки. И теперь добавляем специи. Это может быть вакамы молотый или ламинария. Они придают солоноватый вкус, очень богатый йодом и другими микроэлементами. Хмели сунели стимулируют желудочно-кишечный тракт. И молотые сухие сушеные томаты. Хмели сунели. Можно добавить ламинарию и сушеные томаты. Сюда можно добавить еще масло. Масло льняное, расторопшее или какое-то другое на ваш выбор. Все тщательно перемешиваем и наслаждаемся блюдом. Всем приятного аппетита! С вами была Ирина Климович. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк, если вам понравился рецепт. В следующий раз мы подготовим для вас что-то интересненькое. Все, пока-пока!